Всем привет! В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим вот эту вот модель. Это так называемый Экпоин от Хасегавы, который в нашем случае это Zero Fighter, японский знаменитый истребитель. В целом, как бы, набор поставляется в очень маленькой коробочке. Как вы можете видеть, масштаб здесь не указан, поскольку это, скажем так, вещь в себе. Что изображено на коробке? На коробке изображен сам самолет, какой-то анимешный герой. На сторонах указана какая-то информация по поводу содержания. Снова информация о модели. Фото собранной модели. И все. Что внутри? Внутри идет инструкция по сборке. Предлагается два варианта окраски. Один зеленый, другой серый. Классические. Сейчас я вас сфокусирую, чтобы можно было рассмотреть. Вот. Серый, зеленый. Вот, собственно, шаги по сборке. То есть, как бы ничего такого сложного нету. Далее. Далее все идет как бы упакованное в одном пакете. То есть здесь как бы все основные запчасти, из чего будет собираться надо. А именно фюзеляж, крылья, капот двигателя, а также прозрачные части фонарь. Все выполнено довольно-таки неплохо. Я смотрел некоторые сборки, кто отважился уже собирать такую версию, и понадобилось совсем немного, скажем так, каких-либо корректировок, поправок. Сам пластик отлит неплохо, никаких утяжек, никакого обоя. Снова японское качество. Ну и лист декалей. Все тоже очень хорошо отпечатано. Даны даже приборы, что очень интересно. Для такой модели несерьезной, скажем так. Вот. В целом это как бы весь набор. Как вы видите, ничего такого сложного нету. Все должно собираться буквально, можно, если сильно захотеть, собрать его за субботу-воскресенье, за уикенд. И получится довольно-таки интересный экземпляр для вашей коллекции. Стоит модель также недорого, так что вполне можно взять поразвлекаться. На этом на сегодня все. Далее будут такие же интересные обзоры, следите за обновлениями. Также читайте новые статьи на нашем сайте. Всем пока!